Динамика газификации позитивная складывается в нашем регионе. «Газпром» активно помогает по газификации нашей территории. Сейчас мы готовим, наверное, самый главный объект. Мы заключили контракт на проектные работы. Они должны быть закончены в мае следующего года. Это газопровод Нелидово-Ржев. Потому что это решение, которое должно быть реализовано, как мы, собственно, и планировали, даст возможность газифицировать несколько очень важных муниципальных образований нашего юго-запада региона. Кроме того, также в новую программу включены северо-восточные муниципальные образования Тверской области. А вот по текущей программе есть вопросы. Есть вопросы к нашим коллегам, потому что график газификации муниципалитетов, наших объектов, учреждений областной собственности, к сожалению, не был выполнен до конца, несмотря на то, что у нас еще есть полтора месяца. Риски очень высокие, и прозвучали предложения по переносу на следующий год, на первое полугодие, газификации объектов государственной собственности. Сделаем выводы, соответствующие кадровые, по отношению тех работников и руководителей, которые были ответственны за этот проект. Но при этом я хочу сказать, что положительная динамика сохраняется, и новая программа, пятилетняя, конечно, она не только предполагает увеличение процента газификации нашего региона, но и подключение новых инвестиционных площадок газификации. Ну и, конечно, очень важно, что те муниципалитеты, которые у нас сегодня находятся вдали от газовых магистралей, они тоже должны получить в итоге реализации программы возможность газифицировать основные социальные, коммунальные объекты, которые осуществляют обеспечение теплом, жилой сектор, и дать возможность частному сектору уже подключаться домовладением к газовым сетям, что, я думаю, существенно повысит инвестиционную привлекательность и качество жизни на территории нашего региона. В прошлом году примерно в этот период программы говорили о желаемом цифры 70%, сегодня уже получить цифры 74%. Понимаю, что это не конечно. Насколько важно, в принципе, газифицировать область? И вот сейчас пока говорят о 7 муниципалитетах, которые ступают. Да. Вы знаете, мы сейчас обсуждаем в кулуарах возможность установить контрольную дату временную по подключению всех 100% муниципальных образований Тверской области к газу. А дальше это уже выбор населения, выбор глав, как они будут динамично развивать уже газификацию на территории. Сейчас ведем консультации с «Газпромом», потому что методика газификации должна определять заблаговременно количество потребителей и полезный отпуск. А так как мы только в теории можем предположить, что те или иные владельцы жилого сектора будут подключаться к газу, кто-то, может быть, не сразу сделает свой выбор, то мы, конечно, более точный прогноз дать сможем гораздо позднее. Но при этом я надеюсь, что «Газпром» пойдет нам навстречу, и мы все-таки сможем сформулировать точную дату, когда все 100% муниципалитетов получат природный газ, который будет поступать по трубам, по магистралям, которые будут построены.